Дорогие друзья, всем привет! Всех рад видеть вас на моем канале. За окном, ребята, уже ночь, вечер, 9 часов практически. Посмотрите, какая погода, ребята. Вот такой сильный дождь у нас в Саратове, друзья, сегодня. Погода немножко испортилась, но тем не менее мы не падаем духом, ребята. В свободное время таксую, как вы уже знаете. Тренировок пока мало, индивидуальные тренировки только провожу. Если есть желание, приходите, друзья, пишите в личку, встретимся, позанимаемся. В данную минуту, ребята, на данный момент сейчас планирую отправиться на стрижку. Хочу на лысо постричься, побриться. Сегодня, когда таксовал днем, встретил одного парня, довозил одного парня в заводской район. Он говорит, я парикмахера вот стал недавно, отучился на парикмахера. Стригу на дому, могу, говорит, к тебе приехать. В общем, все условия есть, инструменты есть. Мы с ним договорились, что сейчас в 9 часов, ну, в 9 часов 30 минут, 21:30, мы с ним сейчас встретимся у него дома. Он здесь недалеко живет, в районе Политеха, 3-й советской больницы. Здесь я тоже недалеко, но рядом. В общем, сейчас, ребята, отправимся к нему. Посмотрим, как он меня пострижет. Вам покажу, ребята. Потому что неохота так ходить. Видите, здесь уже у меня волос мало, лысею. К сожалению, друзья, лысею. И поэтому уже давно, наверное, ну год назад я принял решение, что всегда на лысо буду стричься, чтобы вот такого не было. Здесь, видите, бело. А здесь как бы, ну, как обычно у людей, вот здесь растут еще волосы. И сзади тоже нормально растет. А вот макушка и вот эта вот середина, ребята, волос нету. Поэтому сейчас отправимся к нему. Стас его зовут. И пострижемся. Я его попросил, чтобы он меня вообще на лысо прям не только машинкой взял, а, я не знаю, чтобы голова блестела полностью. У него есть, говорит, какой-то инструмент, не бритва, а, не знаю, сейчас он покажет. Этим инструментом пройдется он, и у меня голова будет вообще блестеть. Ну, волос вообще не будет. В общем, друзья, отправляемся. Буду держать вас в курсе. Ну что, друзья, вот мы и подъехали. Все, погнал я. Как я уже сказал, на улице немножко дождик, ребят. Но это нам не мешает. Стрижка приважнее всего, ребят. Вот такая погода у нас здесь сегодня. В принципе, погода неплохая, просто грязновато, мокро. А так дышится нормально, свежо. И по температуре не холодно сегодня, в принципе. Хорошая такая, ну, практически летняя погода. Сейчас найдем подъезд, ребята. Он сказал цифру 11 набрать и зайти. Домофон сейчас наберем, 11. Здорово, брат. Еще раз здорово. Вот, ребята, это Стас. Вот, познакомьтесь. Это для пацанов снимать. Что, закрыть, да? Да, открывай. У меня канал, короче, есть свой YouTube. Я там лишнее свою жизнь выкладываю. Я тебе потом ссылку скину. Посмотришь. Сюда, да? В куртку повесить? Да, да, да. Кофту тоже сниму, вот майку оставить, да? Ну да, можешь там майку снимать, я тебя знаешь как. Накидки нет, что ли? Я свою накидку забыл, я тебя... Ага, накинешь, да? Ага. Да, да, оденешь. Тогда. Угу. Так. Натуха, возьми, пожалуйста, телефон вот мой этот, засними, как я сейчас разденусь. Я просто полный фильм сделаю. Давай. Ну вот,
Ты вот так, чтобы видно было меня. Смотри, да. Ты что, сегодня вот этот заводском постриг человека? Угу. Я ж тебя отвез, что, нормально постриг, да? Да. Там что, пацан или девчонка был? Пацан. Ну ты пацанов в основном все стрижешь? Я только пацанов. Ага, девчонок не стрижешь, да? А тут люди вот спрашивают. Ну, у меня там есть подписчики, короче, если там потом скажу. Короче, вот это, да? Снять тоже? Можешь снимать, можешь это снимать. Ты снимешь или не стесняешься? Вот это, короче, как накинуть? Прям одежду? Прям одевай, да. Стас с медицинским, ребят, учится. Вот халат у него. Я так пацанам рассказывал чуть. На зубного. Я ему говорю, зубная специальность вообще нормальная специальность. Он говорит, да не знаю, еще что-то не особо охота учиться. Все, застегну, да? Да. А он тебе не велик этот халат? Ты же худее, чем я. Это моего брата. Ага, ты легкий вес. Ты сколько весишь? Ты, наверное, 45? Меньше? Я так, я же тренер, я просто примерно по весу смотрю. Да, все. Там душ, ну, обратно на чем? На такси тоже приехал? Не, на 26. Ну, там даже я не буду. Маршрутка, что, да? Да. Ты, может, что, носки снять не можешь, чтобы, да? Да, давай снимем. Чтоб не собирал мусор. А ты здесь снимаешь свою квартиру, да? Или твоя? Брата. Блин, у меня квартира тоже, короче, ремонт надо сделать. Вот у тебя нормальный ремонт. Мы сейчас, что делаем? Мы сейчас машинкой просто убираем, да? А потом мы же хотели, чтобы голова блестела. Еще что-то будем делать? Да, 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 шейдер. Это инструмент. Это сейчас вот обычная машинка, да, у тебя? Нет, это триммер. А, триммер называется, да? Ага, покажешь ребятам. Вот такая штука. Ты все сам купил, что ли, короче, да? Да. А я думаю, на будущее мне вот так, чтобы, ну, пока туда-сюда хожу по, ну, людям, там, парикмахерам, все говорят, может, себе купить какую-нибудь. Дорого вот инструменты? Да, ну, где-то на 6 тысяч. Ну вот такая штука, сколько стоит триммер? Триммер, да, да говоришь? Да, да. Примерно сколько стоит? Полторы тысячи. Ага, в принципе, деньги-то есть, я думаю, как-нибудь, может, сейчас ты там покажешь, там, объяснишь все как-нибудь, может, куплю себе. А то хожу и все равно хожу каждый раз, считай, быстро же волосы растут, считай, постригся только, блин, опять зарастаю. Ну, видишь, сейчас начал лысеть, ну, может, год уже. Раньше ты на волосы не стригся, жена все говорят, что ты на волосы стрижешься, типа, так хуже. Ну, возраст прибавляет, типа, когда на волосы. С волосами лучше, но я говорю, блин, а что ты делаешь? Вижу. Этот. Ну, лысею, короче. Сейчас кое-что хотел спросить. Это, ребята, вот на Стаса посмотрите и в комментариях напишите, сколько ему лет. Я думаю, вы не отгадаете. Когда он мне сказал, сколько ему лет, я просто был удивлен. Я вам говорить не буду, потом только скажу. Кто правильно ответит, ребята, какой-то приз я для вас специально приготовлю. Кто ответит правильно, сколько Стасу лет по возрасту. Вот мне 35, я 84-го года. Стас помоложе меня. Но сколько лет, вы сами должны в комментариях написать. Тогда будет приз от меня. Первому человеку, кто правильно ответит, тому будет приз. Приз денежный. Денежный приз будет. Сумму я определю, я скажу. Но не больше 500 рублей будет приз. Потому что вопрос не такой сложный. Ну, наугад будете же, вы же наугад будете говорить. По-любому же кто-то угадает. Ребят, вот он меня сейчас машинкой, ну, триммером взял, все нормально здесь, вот у меня колючки остались. И сейчас говорит, вот, как называется? Шейвер. Шейвером сейчас будет прям нормально прям полировать. Но он говорит, у меня еще и бритвы есть опасные. Но бритвы тоже сейчас в наш век что-то запрещают иногда, типа.
Ну, если правильно обрабатывать, ничего не будет? Ну, не заболеешь какими-нибудь болезнями? Нет, не будет. Вот, вот этим инструментом, в принципе, нормально берет, да? Да. Шейвер, короче, ребята. Сперва машинкой, потом шейвером. Шейвером, когда вот стрижешь или что, бреешь, называется, как это называется? Когда стрижешь. Шейвер это стричь, да? Стрижешь, вот говорят? Это как его, линии там сводит правильно, как-то было. Это просто получается не 0, 0,5. Угу, понял. А фирма-то у тебя этот... Кофта, Фил, это же Федерация борьбы. Ты же говоришь, занимался, да, раньше в Энгисе? Угу. Я ему рассказывал, что я тренер. Он говорит, я в Энгисе тренировался. На, как говоришь, мясокомбинат район, что ли там? Да. Самбо, говорит, занимался в свое время. А тренер кто у тебя был? Я уж не помню. Давно очень было. Это что, в школе еще, да? Да. Угу. А я ему говорю, энгельская школа самбо, ребята, славится. В принципе, и рукопашка. Энгельс сам спортивный по себе город. Там очень много хороших тренеров, школ, клубов много, очень сильных. Вот. Я всегда хвалю энгельские команды, энгельских ребят. Уважаю, ребята, Энгельс уважаю. Энгельс спортивный город. Подержи-ка, поснимай вот оттуда дальше. Видно так, нормально? Вот, ребята, вот такая голова. Прям вообще блестящий, ну гладкая, как бритвы. Как говоришь, аппарат последний назывался? Шейвер. Ребята, шейвер вообще четкая штука. Я думаю, может себе когда-нибудь реально куплю, чтобы, ну так, не ходить постоянно людей, чтобы не тревожить самому. Ну жена там раз делает такие вот дела. Вот сюда пока повешу, ладно? Все, ребята, стрижка на сегодня закончилась. Стасу огромное спасибо. С меня причитается, ребята. Так что, кто хочет постричься или сделать маникюр, у нее супруга, короче, делает, ну, такие ногти классные и недорого, пишите мне. Ну что, Стас, я тогда погнал. Спасибо тебе огромное. Через пару дней приду, еще раз так же сделаем. Ты говоришь, чтобы не заросло, да? Чтобы вот этим последним аппаратом работать. Это сколько дней? Дня 3-4 примерно, да? Или... Дня 2-3, да. Ага, через 2-3 дня приду, ребята, вот так же постригу. Все, спасибо тебе большое. Погнал, счастливо. Ну что, друзья, стрижкой я доволен. Все, отправляюсь таксовать. Лысый таксист приглашает вас, ребята, на увлекательные поездки. Всего 100 рублей примерно. 120-130 по Саратову. Так что, если надо передвигаться, звоните. Довезу на своей ласточке вас в любой уголок Саратова или Энгельса.